Позиция Египта по Нагорно-Карабахскому конфликту очень ясна. В этом направлении мы поддерживаем мирное разрешение конфликта согласно международному законодательству. Об этом заявил в эксклюзивном интервью CBC недавно назначенный посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим. Дипломат отметил, что сегодня Азербайджан и Египет успешно сотрудничают в различных сферах. Отношения между Азербайджаном и Египтом развиваются на высоком уровне. Оба государства занимают единые позиции по многим вопросам и поддерживают усилия друг друга. Я нахожусь в Азербайджане уже 4-й месяц и вижу, какой интерес в стране проявляют к Египту. Конечно же, это взаимно. Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я довел до сведения главы государства, что президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси поручил мне предпринять все возможные меры для развития отношений между нашими государствами на всех уровнях. Адель Ибрагим отметил, что осенью текущего года планируется визит в Азербайджан министра высшего образования Египта. На повестке дня также стоит организация визита в республику президента Египта Абдель Фатаха ас-Сиси и министра иностранных дел. В интервью посол также коснулся двусторонних отношений в сфере культуры. Приехав в Азербайджан, я стал свидетелем того, что азербайджанский народ проявляет большой интерес как к культурным ценностям Египта, так и к самой культуре в целом. Такое отношение граждан стало предметом моего глубокого восхищения. Несмотря на то, что Азербайджан на протяжении 70 лет был лишен своей независимости, он смог защитить и сохранить свою культуру. Думаю, что культура – это та область, посредством которой мы можем расширить наше сотрудничество. Руководствуясь этим, я постараюсь прилагать все усилия для углубления взаимодействия между нашими народами и странами. Касаясь экономических отношений, посол пояснил, что Азербайджан и Египет имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в этой сфере. На данный момент ведутся работы по восстановлению прямого воздушного сообщения между странами. Развитие Азербайджана и египетских отношений было также в центре внимания на официальном приеме, проведенном по случаю национального праздника Египта – 66-летия июльской революции. На мероприятии было подчеркнуто, что Азербайджан и египетские отношения основываются на взаимном уважении. Официальный Баку придает большое значение дальнейшему укреплению экономических и торговых отношений двух стран. Эльнара Алиева, Турбет Багирова, Рашат Агамалиев, CBC.